Предвыборная ситуация в Грузии и мониторинг подготовки к голосованию – главные темы встреч делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ в Тбилиси. Сегодня гости провели переговоры с представителями партии «Наша Грузия. Свободные демократы», в ходе которых обсуждалось обеспечение беспрепятственной работы СМИ во время выборов и реагирование на факты возможных нарушений. Представители оппозиции заострили внимание на вопросе давления на оппозиционных активистов в регионах. Сегодня же члены делегации встретились с главой Национального демократического института. Переговоры прошли за закрытыми дверями. Делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ находится с визитом в Тбилиси уже третий день. За это время политики провели ряд переговоров, в том числе в законодательном органе Грузии и представителями международных организаций. В рамках визита запланирована встреча с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. ОБСЕ является одной из основных международных организаций, которая будет наблюдать за выборами в Грузии как в краткосрочный, так и долгосрочный период. Именно поэтому встреча с представителями делегации имеет для нас огромное значение. Они уже встретились с представителями всех партий, которые входят в состав коалиции «Грузинская мечта». Мы детально ознакомили гостей с предвыборной ситуацией в стране.